Политехнический техникум 47 имени Владимира Григорьевича Федорова неоднократно становился основной площадкой для проведения увлекательнейших городских мероприятий, одними из которых являются региональные чемпионаты WorldSkills Russia, призванные популяризировать самые разнообразные, важнейшие с точки зрения отечественной промышленности технические профессии, специальности и компетенции. Так, например, впервые в техникуме были проведены региональные чемпионаты WorldSkills по компетенциям неразрушающий контроль, цифровая трансформация, производственная сборка изделий авиационной техники и многим другим среди школьников-юниоров и студентов политехнических колледжей и техникумов. Именно в политехническом техникуме 47 прошел 10-й региональный чемпионат WorldSkills по компетенции, которая впервые была выдвинута на соревнования по городу Москве – работа на универсальных фрезерных станках. Всего на данный чемпионат было заявлено 6 команд во главе с 6 экспертами от самых различных учебных заведений города Москвы, которые акцентируют свое пристальное внимание на изучении технических профессий, специальностей и компетенций, а также их популяризации и развитии в наиболее ценных для отечественного производства сферах человеческой жизни на территории современной России. В настоящий момент такая важная для российской экономики, промышленности и производства компетенция, как работа на универсальных фрезерных станках, считается своеобразным фундаментом для рабочих профессий и специальностей. Фрезерные работы, предназначенные для обработки дерева и металла, могут выполняться не только на токарных станках с ЧПУ, но и на универсальных фрезерных станках. Использование данного оборудования способно во много раз ускорить данный процесс и повысить конечное качество готовых деталей. К сожалению, работа на универсальных фрезерных станках в наши дни является одной из самых недооцененных профессий. Так остро ощущается дефицит компетентных специалистов в этой непростой для изучения области, в связи с чем возникает закономерная необходимость в популяризации данной компетенции и повышении интереса к ней со стороны юных мастеров и молодежи в целом. Подобную потребность лучше всего удается реализовывать путем проведения региональных чемпионатов WorldSkills Russia среди школьников, юниоров и студентов политехнических колледжей и техникумов, таких как Политехнический техникум 47 имени Владимира Григорьевича Федорова. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию серию интервью с организаторами, экспертами и участниками 10-го регионального чемпионата по компетенции «Работа на универсальных фрезерных станках». Сегодня мы представляем вам новую компетенцию «Работа на универсальных фрезерных станках». Этой компетенции раньше в городе не было. Мы собрали лучшие политехнические колледжи и техникумы города Москвы. Мы организовали и оборудовали отличную площадку и проводим сегодня региональный чемпионат города Москвы по данной компетенции. Эта компетенция введена по просьбе работодателей, потому что развитие экономики города Москвы требует от нас подготовки специалистов именно по обработке металлов на универсальных станках. Площадка чемпионата оборудована в строгом соответствии с инфраструктурным листом. Подготовлены специалисты, главный эксперт, технический эксперт и наши компатриоты. Наши выпускники, владеющие данной компетенцией, уже заранее востребованы нашими работодателями. И наши работодатели ждут их на своих рабочих местах. Какие перспективы открывает проведение данного чемпионата? Я считаю, что перспективы в первую очередь открываются для участников чемпионата, для студентов, которые участвуют. Так как в случае успешного выступления участники начинают больше верить в себя, в то, что они не ошиблись с выбранной специальностью, и в то, что у них в жизни будет все хорошо, а также те, кто занимает призовые места, обычно к ним уже, им уже поступают предложения от работодателей, пройти какую-то стажировку на конкретных предприятиях, либо уже с конкретным предложением работы, и по окончании учебного заведения они уже приходят, соответственно, сразу на работу. Хорошо, спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, в чем, на ваш взгляд, заключается значимость компетенции работы на универсальных фрезерных станках? Это очень большая значимость, на самом деле, для региона в целом, и не только.
то, что сейчас является очень большой нехваткой рабочей специальности фрезеровщик на предприятиях, организациях города и по стране в целом. И я считаю, что проведение этого конкурса впервые для города будет большой точкой того, что все-таки эта специальность приобретет свою значимость, окажет большой вклад для региона и для страны в целом. Хорошо, спасибо большое. И как бы ребята, попробовав себя, свои силы в данной компетенции, все-таки оценят то, что на самом деле это очень интересная специальность, очень творчески развивающаяся, ну и в целом престиж растет. Я считаю, что это будет очень полезно для ребят и для всех в целом. Все будут выигрыши. Спасибо большое. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста, как проведение данного чемпионата поможет нашим молодым специалистам? Ну, считаю, что это старт. Давно уже надо было такой чемпионат проводить по универсальным фрезерным станкам, потому что это начальная школа, будем так говорить, для ЧПУ станков. Все, чтобы ребята именно с этих азов шагнули в ЧПУ. На завод, куда не приходишь детей устраивать на практику, везде спрашивают, говорит, а есть универсалы? Это должно быть запущено было еще давно. Только из хорошего универсала получится нормальный ЧПУшник, а не наоборот. Хорошо, спасибо вам большое. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы впервые участвуете в данном чемпионате в качестве эксперта. Поделитесь вашими впечатлениями. Нет, на данный момент это мой 27-й чемпионат. Но по этим компетенциям я участвую впервые. На мой взгляд, работа на токарных и на фрезерных универсальных станках является на данный момент одним из самых востребованных в Москве и вообще в общем в Российской Федерации. Поэтому участие в этих компетенциях, ну, для меня было очень интересно. Спасибо. Спасибо вам большое. Как вы думаете, в чем заключается значимость проведения подобных чемпионатов? Ну, значимость подобных чемпионатов заключается в чем? Выявить профессионалов своего дела, повысить престиж компетенции. Вот, я думаю, основные моменты. Спасибо вам большое. Как вы думаете, с какой целью проводится чемпионат по компетенции работы на фрезерных станках? Я думаю, что сложившаяся ситуация в России привела к тому, что необходимы фрезеровщики-универсалы. То есть люди, которые умеют работать на станке, умеют читать чертежи и делать те вещи, которые на ЧПУшном станке будет очень тяжело сделать. И поэтому молодых людей надо заинтересовывать в роли именно конкурса, где они могут проявить свои какие-то качества определенные и смогут сделать детали сложные для, наверное, простого обычного человека, но гораздо более уникальные для того, чтобы получить деталь, ну, которой нет ни у кого. То есть это может сделать только специалист очень узкого профиля. На ЧПУ станке надо будет писать большую программу, а фрезеровщик сможет это сделать гораздо проще, гораздо интереснее, используя просто свои знания, умения, ну, высокую квалификацию. А чтобы получить такую квалификацию, он должен участвовать в конкурсе, доказывать свое совершенство, свою силу, свое умение. Это то, что делает этот чемпионат «Лоскейс». Хорошо, спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, вы впервые участвуете в данном чемпионате? Да, впервые, но думаю, буду выступать еще. Как вам нравится атмосфера данного мероприятия? Отлично, люди довольно приветливые, общительные, это мне очень нравится. Поделитесь своими впечатлениями, что вы могли бы пожелать вашим коллегам? Коллегам я бы хотел пожелать только удачи, ну и постараюсь сам не оплошаться. Скажите, пожалуйста, чем лично для вас является чемпионат? Лично для меня он является возможностью выделиться, доказать что-то себе и другим. Это возможность получить какие-то привилегии, которые дальше мне помогут по жизни. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к увеличению финансирования на проведение подобных мероприятий? Довольно положительно. Профессия станочник очень востребованная, и с каждым годом требуется все больше и больше специалистов. Так что мое мнение только положительное. Спасибо вам большое за уделенное время. Почему вы приняли решение участвовать в данном чемпионате? Потому что я обучаюсь на ЧПУшника, и я думаю, что данная компетенция мне поможет усвоить какие-то навыки дальше.
С каждым годом исследование, изучение и развитие важнейших для отечественного производства технических профессий и специальностей набирает все большие обороты. Неуклонно возрастает интерес молодых специалистов к такой компетенции, как работа на универсальных фрезерных станках. Именно благодаря проведению региональных чемпионатов WorldSkills Russia в политехническом техникуме 47 имени Владимира Григорьевича Федорова мы можем больше узнать о данной компетенции и повысить ее значимость не только в глазах участников и экспертов соревнований, но и для всей нашей необъятной страны в целом. Мы выражаем огромные надежды на то, что наши юные мастера, в чьих руках находится будущее российских инженерно-технических профессий и специальностей, откроют бескрайние перспективы для развития отечественной промышленности.